Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого не то. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Гляди в оба, могут быть патрули. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Пока Лазаревич не найдет то, что ищет. Наверху. Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Ладно, спокойно. Отвратительное место. Сапоги уже месяц не просыхают. Смотри, как бы Лазаревич тебя не услышал. Пока. Можно качнуться на руках и прыгать. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх. Осторожно! Прекрасно. Спасибо, приятель. Сюда. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Они уже должны были вернуться. Черт, нас заметили! Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Лазаревич, не смеши меня. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Что еще ему надо? Если Лазаревич это услышит, нам каюк. Нет.
Бросить оружие! Есть! О, черт! Чужак! Надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Осталось заложить 3 заряда. Осталось всего 2. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаревича. Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо. Порядок. Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу. Ложись. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. Так, приступим. Ты у меня еще попляшешь. Мне бы не помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще один. Салли! Есть. Хватит страдать ерундой. Нас ждут великие дела. Что ты называешь ерундой?
Идем вдоль трубы, придем к лагерю. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать. Кажется, я вижу лагерь. Ты готов? Постой. Одну секунду. Три месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы командир! Же наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Нет, не надо, не надо. Меня окружают предатели и глупцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Давай. Тревога! Обыскать лагерь! Бегом! Пошли, надо проверить. Вперед, парень. Я тебя прикрою. Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? Осторожно, Нейт. Похоже, не выставили дозорных. Ладно, парень. Наш выход. Не с места! Пока. Вот так. Похоже, Лазаревич настроен серьезно, Салли. Видел бы ты все это. У него тут досье на каждую экспедицию в Шамбалу. Аж с 17 века. Дневники Марко Поло нашел? Вот они. Шевелись, у тебя мало времени. Да-да-да. Достойный пилигрим легко обошел все препятствия на пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. Погоди-ка. С великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами – это кара небесная? Подожди. Черт, Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай-хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марко Поло не было камня. Тогда что же это за ужасная ноша? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? Шамбалу. Здесь Борнео. Далековато забрался, не находишь? Он пытается пройти по следу Марко Поло. Прямо в Шамбалу. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Да, слушаю. На этих раскопках они нашли какие-нибудь тела, останки? Нет. Странно, что ты спросил. А что? Тут разбился корабль с 600 людей. И нет ни одного тела. И куда же они делись? Куда бы ты побежал от цунами? Как можно выше. Бинго! Надо подняться в горы. Там мы и найдем людей Марко. Хлоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Отлично. О, Нейт, быстро уходи оттуда. Мне нужна еще минута, Салли. У тебя нет ни секунды. Рассредоточься! Черт! Иди смело, парень, я прикрою. Гранаты. Что ж, пригодятся. Рассредоточься!